В субботу, 11 марта, в новом спортивном комплексе «Аула Игирухай» состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти первого директора детско-юношеской спортивной школы Кашхабльского района Каральбея Брафтова. В церемонии открытия турнира приняли участие друзья, бывшие коллеги, ученики, родные и близкие Каральбея Кадырбечевича. Дорогие гости, участники турнира, рады приветствовать вас в нашем гостеприимном зале на первом республиканском турнире по волейболу. В памяти Брафтова Карабея, первого директора ДЮШ Кашхабльского района. Сегодня мы по инициативе друзей и родственников Карабея Кадырбечевича закладываем новую добрую традицию проведения ежегодных турниров его памяти. У нас в гостях спортивная школа Олимпийского резерва имени Демчатова. Высокопорядочный, он дал нам возможность любить спорт.
Волейбол является одним из самых популярных видов спорта. Он, когда играл в волейбол, это было искусство, а не спорт. Хотя спорт тоже относится к искусству. Мы были молодыми, учились в 9 классе, и он после армии, когда у нас преподавал физкультуру, создал секцию тренировок. У него было 2 года. Мы стали серебряными призерами тогда от Одесской автономной области, это был 75-й год. Капитан команды нашей был тогда покойный тоже мне Жецов Алий. Здесь присутствуют тоже люди с нашей командой. Это Довужнев Юрий Асланович, мне замдиректора Дюсвешаев Кашманского района. Это Жецов Магомед, это Фактор Кадрибевич, это Ешин Каплан, Жуда Руслан, Балкасович Аскарбей. И вот я хочу вам сегодня пожелать в этот день, чтобы вы могли достичь вершин спорта, волейбола, чтобы у вас было счастье, здоровье в ваших семьях. И я очень благодарен создателям этого турнира памяти Рамбека Трубичевича. И хочу пожелать здоровья, счастья, а вам успехов всем. Уважаемые участники соревнований, мы желаем вам всесокой победы в честном уходе в спортивной игре. Удачи всем, равнение на экран, звучат гимн Российской Федерации и гимн Республики Адыгея. Каральбек Адырбечевич Бравтов родился 11 марта 1953 года в ауле Егерухай. После окончания Егерухайской средней школы в 1971 году был призван в армию. По окончании воинской службы в Венгрии вернулся на родину и поступил в Адыгейский государственный педагогический институт. Получил специальность учителя физической культуры. После окончания института вернулся в родной аул и начал педагогическую деятельность в стенах родной школы. Учителем физкультуры. В 1978 году профессионализм и удивительный педагогический талант молодого специалиста заметили в районе. В те годы по всей стране на перифериях начали открываться детские и юношеские спортивные школы. И начальник управления образования Кашхабльского района Рамазан Лакаович Ешев предложил молодому педагогу, подающему большие надежды, создать детско-юношескую спортивную школу в районе. Таким образом, Каральбек Адырбечевич стал основателем и первым директором детско-юношеской спортивной школы в ауле Кашхабль. О работе под его началом до сих пор с теплом рассказывают его бывшие коллеги. Человек с высокими моральными качествами, с удивительными педагогическими способностями и являясь истинным лидером с высоким авторитетом в коллективе, он смог создать сильнейшую педагогическую команду, которая работала как единое целое. Почтить память Каральбека Бравтова и сразиться в волейбольных баталиях собрались 4 команды из городов Майкоп, Горячий Ключ, Аула Егерухай и станицы Дондуковской. С первых минут игры развернулась нешуточная борьба за первенство. Команды были настроены по-боевому и показали сплоченность и стремление к победе. По итогам турнира победителями стала сборная команда девочек из города Майкоп. В конце мероприятия все команды были награждены кубками и медалями.